Привет, друзья! Сегодня, 23 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь человека. На данный момент на месте продолжают работать экстренные службы и правоохранители. В пресс-службе ГИБДД сообщили, что сейчас известно об аварии. На 52-м километре трассы Дюртюли, Нефтекамск в Краснокамском районе столкнулись ВАЗ-21-14 и встречный вахтовый КАМАЗ. Авария произошла в 10 час утра. За рулем легкового автомобиля находился 34-летний мужчина, который погиб на месте происшествия. Также сообщается о том, что в аварии пострадал один из пассажиров вахтового КАМАЗа. Берегите себя и своих родных. Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе новостей.